Всем привет, с вами снова Трибунал, и я все-таки снимаю видео по обнове, хоть немножко с опозданием, чуть-чуть был занят, простите. Вот видите, сейчас после работы 2 часа ночи я снимаю для вас видео. Значит, ну такое чувство, что за годы все-таки взялись, потому что начались обновы, и обновы довольно-таки неплохие, внушающие доверие, но, все же, эти обновы более касаются... С половиной донат, с половиной нет. Что у нас не донатного хорошего добавили? Значит, у нас немножко переделали артефакты. Значит, артефакты начали давать четвертый бонус. То есть при проточке раньше до трех третьей точки был всего лишь бонус, теперь есть четвертая точка. И это немножко меняет прокачку, скажем так. Помимо этого добавили саму кровь, то есть ее стало больше. Если было у вас 0, то после обновления ее чуть-чуть стало больше, то есть для того, чтобы вы могли еще прокачать. Значит, что у нас здесь есть? PvP атака на самой атаке, прочность в основе плюс 20%, за 4 это будет плюс 80% прочности в основе, это в принципе очень хорошо. Крит 12%, то есть на 4 это у нас сколько? 48%. Плюс дэмэдж 12%. Смертоносность 6%. Ну, в принципе, смертоносности мало дает. Так, что у нас? Размещение. Ну, тут ХП плюс 12%. Атака плюс 6 добавилась. Прочность плюс 24%. Это очень так довольно. Размещение, в принципе, я так проклацаю. Размещение про основном же это никто не качает. Значит, что у нас Венда? Венда тоже очень прикольная есть. Прочность плюс 24%. Есть крит плюс 12%. И здесь у нас атака плюс 6%. Додж бесполезная. И парирование бесполезная Венда. Плюс дэмэдж, ну я тоже считаю, что бесполезная. Тут по идее в идеале можно выкачать атаку, крит и прочность, но я не знаю, хватит ли на 3 именно атака, крит и прочность, но мне кажется, что после того, как добавили кровь, если полностью перелить все идеально, то должно хватить на 3, то есть атака, крит и прочность Венда, это мне кажется будет must have в 4 слотах. Здесь же у нас сразу же всем добавилось хп, у кого прокачано, то есть плюс 48%. Здесь у нас парирование 6% можно докачать, но тоже спорный. Но, возможно, я думаю, что будут такие люди, которые все-таки докачают здесь еще парирование. Во всех 4 слотах это плюс 24% и будет немножко больше парирования. Также здесь появилась интересная прочность, плюс 12%. В принципе, 48% прочности на экзо можно выкачать, но очень спорно. Здесь получится 10% у ворота. Но получится 2000-8000 прочности в стат и плюс 48%. Ну, не знаю, возможно, тоже кто-то выкачает. Не готов сказать, будет ли оно резонно или нет. Значит, здесь еще смертоносность 12% и минус дэмэдж. В принципе, я вам скажу так, что все ждут сейчас акцию на артефакты и будут перекачивать артефакты. То есть с этой обновой очень много кто будет менять артефакты. И это будет, ну, такие интересные бонусы. Даже, ну, вот это именно бонус тот, который обновление касается не донатную часть. То есть это любой может. Конечно, читеры и донатеры будут быстрее прокачивать, но вот это можно выкачать любому. Любой человек может это сделать. То есть. Дальше, что у нас по обнове зашло, это музыкалка новая. Да, вот новая музыкалка, это четвертый разряд музыкалок, их добавили, соответственно, тоже, ну, я считаю, что это более донатная история, так как фриролом это тяжело будет добыть уже аж четвертую, вот, тем более там камни за донат и тому подобное, поэтому вот это донатная история, вот, ну, здесь, ну, хороший такой бонус. Четвертая все-таки музыкалка. Это потому, что духовку прокачали всего лишь на раз в прошлом обновлении, то и здесь музыкалочку подняли. Дальше интересное такое обновление, это секретные слоты в камнях.
Соответственно, это вот обычные слоты. И вот в секретных появился четвертый слот. Он пока не активный. Он вот скоро добавят. Значит, он будет за 4 камня. Но еще будет пятый, шестой слот. Они будут стоить 5 и 6 камней по непроверенным данным. Сюда нельзя будет дублировать камни, те, которые стоят у вас уже в секретных слотах. Соответственно, нужно будет думать, что вставлять в камни, какие ставить. То есть, соответственно, у вас здесь будет 6 разных камней. То есть 3 камня будет в основе и 6 разных в секретных слотах. Вот. То бишь, нужно готовиться, опять собирать камни. Но опять-таки, вот эта вот история, вот это именно чисто донатная. Потому что мало того, чтобы открыть все 3 слота везде, то 4, 5, 6 это прям овер дофига стоит. И это действительно для донатов. Вот. Поэтому донатеры станут еще сильнее, старые донатеры тем более. Вот. А вот фри, не знаю, как фри играть. Да, еще вот такое мнение лично мое, не знаю, кто, можете написать свое мнение. Это по поводу артефактов. Да, раз уже они взялись за переработку артефактов и немножко изменили его, то я думаю, что возможно в скором времени добавят новые типы артефактов, то есть с другими бонусами артефакты, это раз. А второе, что очень возможно, все-таки мои предположения очень давние предположения о том, что будут артефакты еще в скрытых слотах, тоже могут оправдаться. То есть, потому что они видят, что у людей очень много камней, уже насобиралось, артефакты все прокачали давным-давно. И видят, что у людей очень много камней, и эти камни нужно куда-то девать. Они дают четвертый бонус для того, чтобы люди перекачивали артефакты. Сейчас люди перекачают артефакты, потратят камни. И, соответственно, потом им дадут либо же новые арты опять перекачивать, либо же новые слоты. Вот что-то мне прям так кажется. Но я надеюсь, что это оживит немного Годес, потому что в прошлом году Годес помирал. Ну, честно говоря, откровенно между нами. Не было обновлений, и у нас закисал. А сейчас, вот на протяжении полтора месяца, да, они начинают немножко давать обновы, хотя и донатные, но, скажем так, здесь очень много донатеров, то есть очень много людей, которые играют с донатом. Поэтому для них это интересно. Если это интересно для донатеров, соответственно, будут влив денег в игру. И я надеюсь, что разработчики оценят и будут что-то обновлять для всех. Вот. Ну, я как сказал, что артефакты это бесплатная история, которую могут себе позволить все. Вот. В принципе, это все обновления. Если кто-то заметил что-то еще, пишите в комментариях. Также пишите свое мнение по прокачке, перекачке артов. Может, какие-то есть мысли, может, кто-то пробовал. Вот мне интересует выкачать 3 линии. Ну, вот здесь, мне кажется, что можно будет выкачать 3. Но здесь, кстати, вот печалька, потому что здесь нужно 4. Атака, прочность, крит, смертоносность, плюс урон. То есть, в принципе, здесь тяжело выбрать. Но, вот. Как-то так. В принципе, пишите свое мнение. Всем спасибо. Всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки.